Ой, все, вот сейчас будет вкусная тычка, смотрите. Ребята, фиксируйте. Фиксируйте, ребят. Полет снаряда, конечно, сколько тут? 540. Ну, это практически скорость, ну, вообще слабенькая, конечно. О, здорово. Ну, у меня фугас, что мне делать? Стрелять? На. Как? 200 метров, блин. Так, короче, они всех поубивали. Все, теперь мое время. Ребята, все. Им... Я пошел, все, я пошел вперед. Меня не остановить, я все сказал. Погнали, ребят. Все, прикрывайте. Свечу. Поехали. Врум-врум, врум-врум. А ну, малыш, дай дорогу. По аллее, прямо по дороге еду. Вообще никого не боюсь. Страха нет, поехали. На, блайнд. Все, там уже у одного шапка слетела. Но меня не остановить. Ой. О, танканул. А вы не верили? А я танкую. Танкует, Костя танкует. Пока олени где-то тусуют. Смотрел Здорово. На резку про комьюнити в танках. Как ты отзывался об игре, об игрока? Ага. Уважал тебя. После просмотра еще больше. Спасибо, Ого, что ты появился себе. В Ютубе. Теперь я, знаешь, кроме тебя никого спасибо, не смотрю. Спасибо большое. Просто лучший. Я думал после слов «уважал тебя» вот пойдет там, ну, понял, кибербуллинг жесткий. А тут как бы спасибо большое, очень приятно. Опа! Контакт. На! Три выстрела, три фрага. Кто так умеет, скажи? Какой танк так же умеет? Только вы. Заряжаю голду на арту. Вот это я, конечно... Да, много внимания артоводам уделяю, конечно. Безусловно. Мне кажется, арта еще не отлетала от такой крупнокалиберной пушки. Бля, это вообще корабельная какая-то пушка, не? Вау, какое упреждение. 4 выстрела, 4 фрага. Вопросы есть? Но это полная коса смерти, если что, кстати. Да. Все, 15-6. Проехал аллею, блядь, фуловый. Даже тычки не получил. Красота. Бебра пуля в зубах, по факту.